Лично для меня, как для человека, который много лет работает в сфере помощи людям, живущим с ВИЧ, это очередная демонстрация силы, бесстрашия, какого-то такого нового, свежего послания тем людям, которые еще чего-то боятся. Ничего страшного в этом нет. Мы знаем, люди, что у тебя положительный ВИЧ-статус, но он не сделал меня, допустим, какой-то другой. Я какой была, такой и осталась. Это не повлияло на мои там профессиональные качества, это не повлияло на мои личные качества. Мне как доктору, врачу-инфекционисту, работающему достаточно давно, интересно было посмотреть, узнать то, что чувствуют мои пациенты. Моя задача в данном фильме была рассказать о тех, кто чаще всего молчит. Большое вам спасибо за просмотр. Спасибо.